Здравствуйте, я Кэтрин Пятина, игрок профессионального клуба «Ника». По-моему, баскетбол – это лучшая игра с мячом. Она развивает физическую силу и выносливость, и лидерские качества. И сегодня я вам покажу три основных элемента этой игры. Самый первый элемент – это бросок кольцом. Он является одним из самых основных. Для выполнения броска кладем две руки на мяч, одну сверху, вторую сбоку. Для поддерживания бросаем одной рукой. Для выполнения броска мы сгибаем корпус и одновременным разгибанием рук и ног выполняем бросок кольцом. Второй элемент – это дриблинг. Чтобы его начать, нужно как можно ниже согнуть ноги, ударять мяч в пол и продвигаться вперед. Чтобы сменить направление, можно сделать несколько переводов. Третий элемент – это обыгрыш. Чтобы его выполнить, нужно связать первые два элемента в одно. Сначала показываем обманное движение, уходим в другую сторону. Делаем перевод за спиной и бросаем в кольцо. На этом все. Занимайтесь баскетболом. Это лучшая игра с мячом.